Вода Красноусольская. А спонсор этой серии – вода Красноусольская. Красноусольская вода. Без вкуса, без цвета, без запаха. Та-да-та-дам. Хорошо, мы опять похожи в этом. Так, вот не иди, подожди, давай тут пособираем что-нибудь. Ух ты, что это? Что вообще происходит? А, мы вообще за разных людей играем. В разных местах. Я могу поиграть в Гимли, а ты не можешь. Стремно быть тобой. Так, я все поломал. Вообще мне идти туда. Но я хочу посмотреть, что здесь. Кстати, подожди секундочку. Ага. Хорошо. А я вон нахожусь. С той стороны. А, вон меньше. Вон я, видишь, слева? Угу. Там я. Смотри, сколько у тебя там секретиков есть всяких, видишь? Ну да. Да. Смотри. Это мы сейчас, получается, к Рохану подходим, да? Ну, нет. Мы, я. А чё? Что я сделала? Это я, похоже, куда-то вперед убежала, или ты нет, все-таки? Нет, это я. Это я куда-то я пошла, что-то я. Я сломала что-то. Я не помню, куда пошли. Подожди, я обратно вернулась, по-моему. Нет. Да. Нет. Да? Нет. Это я вообще пошел. Uh-uh. А что спорим? Я пошла. Спорим на пиццу. Ты проиграла. Мы сегодня уже с тобой спорили на этот, как он называется? Господи. На Биг Тейсте. Ну я же говорю Рохан. Орландо Блум, конечно, такой. Та-да-та. Лошадь такая. Да. Но это просто мега. Синхронная такая. Главное, что у них хвосты. Делайте, мать вашу. О, прикольно. Ну вот тебе и... Такой тюк-тюк-тюк. Ой, идиоты. Прикольно. Погрустнели так. Коняшки. Мне теперь будет коняшка своя, коняшка. Отстойно. А? Ну, Рохан. Ой, да. Голова отрубленная. Ну да. Прикольно. Ага. Ой. Не, это очень круто. Ну, вообще-то... Давай если... ты будешь Гимли. Ну, понятно, я буду Гимли, да. Нет, тебе не так нужно. Гимли вообще-то не ездил. Лошади сами. Да. Его Леголас возил. Угу, потому что узнала, блядь, ухоты. Это же тот самый лес, которым энты водятся. Угу, как он называется? Темный лес, по-моему. Темнолесье. Я не помню. Короче, я из щитов Сарумяна построил. Я тоже ничего не помню. Гимли, тут требуется твоя помощь на середине костра. Подожди, я тут все присмотрю. Мани! Блин, я сгорел. С этого костра нельзя, оказывается, падать. Та-да-дам, та-да-дам. А? Что робишь? Хорошо. Ну, давай. Ну, давай. Я бы чё? А. Капец, как так можно промахнуться. Что-то он нашел. А, он нашел застежку. Ремень, да. Так, иди подожди, сюда, там смотри, что наверху. Стреляй сюда. Стреляй сюда. А, подожди, я обжегся. Стреляй сюда. А что ты не взял, кстати? Подожди, сейчас сюжет пойдет, потому что дальше если мы возьмем. Сюжет? Ну да. Что там упало? Там упало что-то мое. Веревка. Ух ты, это веревка. Подожди. Прикольно, тут шел бой. Что это такое? Так, здесь нужен Сэм, походу, да? Вот здесь вот смотри на меня. Угу, да, Сэм. Сэм у нас, к сожалению, нет. А что тут есть веревка? Не слишком короткая, чтобы запрыгнуть. Короткая и неуклюжая, а я могу запросто. О, иди туда. Туда нельзя? О, видишь сова? Ну да, вижу опять сова, да. Да, что за совы? Да и пофигу. Ну ты косой. Она упоротая, нет? Не, слышь. Попал.
Я не могу нормально раскачаться. Ну и пофиг. Короче, ладно. Берем. Да, бери уже эту штуку. Берем. Смотри, можно что-то собрать. Как обычно. А. Ну, нормально. Оно того стоило. Окей. Так, это нужно Арагорн, следопыт. Дай мне водички. Так, я нашел след. По следу мы идем. Мы идем по следу. К лошадям? Вот, смотри, он пополз. Так, Арагорн. Что произошло? Прикольно сделали. Окей. Так. Чем было лошадей пугаешь? Потом. Потом. Я, конечно, понимаю, что это будет глупо, но. Так, что тут такое? Не знаю. А, куда она укатилась? А, это ты собрала, понятно. Да. И что это? Я так предполагаю, что это веревка. Возьми, подцепили Голасом. Леголас. Ух ты, прикольно. О, какая весь. Ну да. Они ползли. Ползут они, конечно. Их руки были связаны. Прикольно. Я думаю, не обязательно каждую фразу переводить. Да. Так, почему ты не взяла вот эти монетки? Это же кошмар какой-то. Я просто обязан пойти их и взять. А вон ту не буду. Давай, ну. Давай. Так. Они ушли ползи, в лес. Ползи. Топорик. Так, и... Я буду бегать для того, чтобы камера не ломалась. И мы упираемся в тупик, походу. Подожди, что там? Гимли? Мало отца. Ой. За ними один орк, по-моему, гнался, такой противный. Там же ночью всадники Рохана напали. Да. На них перерезали всех, и за ними погнался самый голодный. На них напали, вот так, их всех перерезали, и за ними погнался. Кто они? У тебя так много они. Ну... Блин, всадники Рохана. Ты же смотрел, ну, что да. Ты рассказывал. История была в том, что орки захотели сожрать. Да, изначально хотели сожрать. Начали между собой драться. Но тут прискакали всадники Рохана. И всех один предлагал съесть их ноги. И, кстати, он за ними без ног, говорит. За хоббитом. Без ног они, говорит, никуда не убегут. Так, здесь что-то вот это вот... Не знаю, что там у вас, но все это. Вот это все для Сэма. Копать. Ты все должен откапывать, Сэм. Не знаю, что там Сэм должен откапывать. Я собираю что-то крутое. И называется это суперкрутой ящик, смотри. Бонус. Давай, собирай. Да все, уже собрал. Вот, то, что... Так, ну это тебе. Я пошел дальше вынюхивать. Ну, у нас же лопаты нет, правильно? Ну... Вон. Вон след, давай. Так, хорошо. Угу. Отлично. Ой, блин, такой на самом деле жуткий лес. Фангорн, точно. Фангорн, точно. Истерика. Это бы у меня такая реакция была. Ну да. Вот этот противный маленький гад. Так, за нами погоня, но нам нужно сохраниться. Так, ну что? Так, я... Я Пипин. Чё фу-то? Мне нравится Пипин. Пипин крутой. По-моему, я бью больше тебя, чем дрова. Вон он.
Погоня, смотри, какой у него тесак на тебя наточен. И там тоже бегут. Да, и сзади тоже их порядком. А, у нас тут, смотри, какой-то... Какой-то... Даша. Я не могу ничего сделать, убей. Ну да, без тебя бы еще лучше справился. Так, собираю. Да, спасибо. Есть у меня один маленький апельсин. Маленький, давай. Сейчас его я съем. Будет моим совсем. Ну хватит, пожалуйста, хватит, хватит. Маленький гнилой апельсинчик мой. Ты нездоров. Маленький гнилой апельсинчик мой. А потом припев. Я на горшке сижу, и в потолок гляжу, а во всем виноват круглый оранжевый гад. Это было круто. Зрители, вы не видите моего лица. Это просто фейспалм. Господи, я не хочу знать, что это было. Ничего не было вообще, на самом деле. Вам послышалось. Что ты делаешь вообще? Я тут маленько отвлекся. Маленько? Ты меня пугаешь. Так. Так, я собрала... Подожди, там... Ладно, нормально. Где ты? Вот так. Подожди, это энт, наверное. Это энт. Белый колдун давно уже не белый. Ты чё спойлеришь? Да, никто не видел, никто не знает. Не белый, он серый уже. Нет, белый колдун, это же Сарумян? Нет. Ты на нем ходишь? Я? Да, ты. Я им управляю? Да. Я управляю Энтом! Нет, на самом деле ты сидишь, вон у тебя показано, что ты управляешь. Ну да, Энтом. Вали их, Вася! Все. Кто на меня? Кто на меня? Ну давай, ты сам спрятайся. Кто на нас с Мишей? Давай, давай. Ну, это нереально круто сделали вообще. Вот теперь я могу сказать, что я хочу лего-игру про трансформеров. Потому что он похож на трансформеров. А, не, я не хочу. А я бы посмотрел. Я думаю, это будет прикольно. Но больше сейчас всего меня... на данный момент, кроме Властелина, я хочу игру по Avengers. Нет, мы хотим... Что мы хотим? Мы хотим Звездные войны. А я не очень хочу, потому что она давно вышла и, наверное, кривая, как тут Бэтмен. Ну, это ну, все-таки Звездные войны. Бэтмен. А там же, по-моему, напишите в комментариях, если кто играл, а наверняка играли многие, как там с речью, там имеется, то есть фраза из оригинала, или там чисто на этих накривляниях все, без слов. Вот что мне интересно. Тебе нужно взять камень, если что. Ну, я взяла вот и все. А-а-а. Я их уже убила. Нам советуют еще вторую часть Бэтмена, но мы хотим, да. Не знаю, я не очень поклонник этой вселенной. Ты не поклонник Бэтмена? Ну, мне нравятся вот игры Arkham, Asylum, Arkham City. Мне нравятся фильмы новые. Да и старые фильмы нравятся. Мне нравятся несколько комиксов, я читал, понравились. Так что, ну, в и принципе, после наверное, после этого ты говоришь, что ты не поклонник. Так, ты видишь? Из старых фильмов мне больше всего нравится с Джорджем Клуни, потому что он самый ужасный на самом деле, но при этом там Шварценеггер такой а лысый. А ты не можешь по мне лезть? Подожди. А тебе? Да. Да запросто. Так, подожди. Видишь, какой это кружок появляется рядом со мной? Вот, давай, что это? Кружок. Деревянные доспехи.
Окей, зачем они мне? Не знаю. Не-не-не, подожди. Ты сам... не могу я по тебе красться? А, ну-ка. Ну-ка, вот. Подожди. Подожди, вот сюда. Да не шевелись ты. Ну, стою. Такое ощущение, что я могу зацепляться только за твою промежность. Так, нет. Короче, пойдем. Ты потерял свою деревянную... Да. Ой, простите. Ты ее одел. Теперь у тебя сердечки серебряные. Ну да. Нажми вот сюда. Ползи. Да я не могу ползти. Чего? Вон кружок нажми. Ну видишь, я не могу. А, ты не сэм, типа. Как это достать? Я не могу переплыть, это мне по-любому нужно что-то сделать. Я хочу это достать. О, смотри, видишь, что это? Ладно, окей, все. Молодец. Мы не залипаем, мы идем. Да нет, вообще никогда. Ты что? А как туда попасть? Я не знаю. А мне как туда попасть? Да. А может ты уронишь там дерево, и я перейду? Я не могу перейти. Что же мне делать? Подожди. Ты не можешь перейти? Нет, не могу. Вот. Как это я сделал? И что это что я... Что сделал? Не знаю. Но вроде как... Иди. Идёшь? Нет, я в воде. С тобой? Я тупо залип в воде. Окей. Почему я в деревянной броне не могу переплыть? Так, хорошо. Что и потом... за кружок вот этот? Ты можешь кружок нажать? Один ну. раз. Ну, а что это? Я могу взять удочку, деревянные доспехи. Я их снял, кстати, сейчас. Так, ну-ка подожди, может я в деревянных доспехах не мог зайти просто в эту мапу? А может я... Нет, это Сэм. Хорошо. Вырастить, что в этом будет. Вот, ну, как обычно в итоге окажется, что элементарно вот все прямо да, на вот, переднем вот, плане. Вот. Надо сломать кустик и из него собрать мост. Кстати говоря, вполне возможно. Вот. Мы просто не видим очевидного. Снова. Как всегда. Я не знаю, я расстроен, я пошел назад. А я пойду вперед, может тебя там... О, я что-то нашел. Что это было? Как сцена? Ты не пройдешь, а я ну, где в этот момент? Ну кто лезет? Ну против кого? Энты боятся огня, поняла? Так, ну давай, ломайся. Мне нужно, чтобы ты тут потушил костер. Я не могу. Почему? Потому что я очень далеко, ну, наверное. Я тебя подожду. Эй, что происходит? Куда я... Что происходит? Ты очень боишься огня. И я иду на него? Не знаю. Не хочу знать. Хорошо. Что от меня требуется? Я как бы зависла. Ну, задом иди тогда. Так, я попробую еще раз деревянные доспехи. Я иду, вот. Короче, к тебе, потому что происходит что-то невразумительное. Вот, нормально. Ты слишком боишься огня, похоже. А, окей, вот, появляется кружок. Но... Вот! Ну как вот это тебе нужно было сделать, видишь? Это мне кружок показывали. Блин, как ты могла? Зачем ты меня туда? Не надо меня туда. Отпусти меня на той стороне берега. Я хочу тебя... Блин. Доп. Он Фримен. Так. На, короче, пускай тебя. Да. Давай, лезь туда, туши костер. Куда ты идешь? Монетки. Идем по сюжету, не залипай. Да нет вообще, ты что? А, куда мы идем? Ну вот, ну... А, вот же, точно. Ты просто так встала, что мне не видно ну, было. Конечно, да. Ага, я виновата. Конечно. А что там наверху такое? Там что-то прикольное. Вот. Вода. А, это вода была. Все. И оно больше не блестит. Да, это вода была. Все, иди убивай всех. А, какой? Я должна идти.
Ну так у нас маленькие весовые категории. Давайте разные. Я возьму, нет? Я могу нет, стоить? Не надо, не надо. Отпусти! Капец. Ух ты, совершенно. Я роняю белый. А, не-не-не, это же белый мак. Такой. Да. И кто же это может быть? Это отнюдь. Тихо, не Гэндальф. Тихо, я тебе рот закрываю. И я несу вас в надежное место. Понятно. Энтом, наверное, тоже можно ответить. Вот там, которые были такие. Потому что, наверное, он тоже дико мощный. Так, ну это было прикольно. А сейчас мы, я думаю, будем играть за Сэма. И кто бы там ни был, не знаю. Ну, Сэм, Фродо, наверное, да. Одну часть! Мы собрали детальку. Уровень пройден. Мы получили кучу крутых вещей. Две. Куча крутых вещей. Одну из десяти. Как мы могли собрать так много? И на этом мы, я думаю, прекратим. И сейчас посмотрим, как у нас вообще получилось. Это первый наш сеанс записи на новом оборудовании, поэтому прервемся. Увидимся в следующей серии завтра. С вами были Даша и Артур. Пока.